Рекордсменом по числу падений, сопровождающихся сильными ушибами, вывихами и переломами, стал областной центр. Половина пострадавших получили травмы на улицах столицы Приволжья. Как показывает статистика, опаснее всего ходить по тротуарам Автозаводского, Ленинского и Приокского районов. Там зафиксировано большинство падений. При этом многим подскользнувшимся на тротуарах потребовалась помощь медиков или госпитализация. В области чаще других травмы на льду получали жители Арзамаса, Павлова и Бора. К счастью, все случаи падения обошлись без летального исхода. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.